Свидетельство тому – это общежитие для курсантов. В нем только что проведен капитальный ремонт, которого эти помещения не знали долгие годы. Комнаты общежития вскоре примут курсантов-новобранцев. Их в этом году здесь ожидают 85. Интерес в последнее время к летной профессии очень возрос. Ну, потому что вы знаете, в принципе, авиация гражданская потихоньку встает с колен, где-то появляются отечественные самолеты, и конкурс в летное учебное заведение резко, в принципе, возрос. То есть, исходя из прошлого года, средний балл аттестата при поступлении был выше 4 баллов. На встрече с коллективом училища Юрий Берг высоко оценил его перспективы в свете возрождения отечественной гражданской авиации. Исполняющий обязанности губернатора напомнил о создании региональной авиакомпании Оренбуржа и ее успешной работе. По мнению Берга, профессия гражданского летчика была и остается востребованной, потому пилотов из числа выпускников Бугурусланской летки сегодня можно встретить на самых различных воздушных линиях. Был случай, лечу из Италии. Командир говорит, передайте, я закончил Бугурусланское. Очень приятно всегда видеть людей и тех, кто помнит наше Оренбуржье, небо, где я получил крылья в большую жизнь.